Я в новой бейсболке. Короче, дело такое. Как вы знаете, у меня есть внук. Он музыкант. Играет на бас-гитаре в группе. И вот свершилось. Ну, во-первых, они записали первую песню с альбома. Исполняют они исключительно свои композиции. Никаких каверов. Всего у них в арсенале 7 песен. И вот... Совсем недавно в клубе состоялся их дебютный концерт. Я там был, пацаны, это колоссальное действие! Произошло что-то невероятное. Во-первых, вы представляете, насколько я рад и горд за своего внука. Мне очень понравилось. Ну и всем присутствующим, я полагаю, тоже понравилось, особенно судя по реакции на их перформанс. И в общем так, сейчас я представляю на ваш суд их дебютный концерт. У меня слов не хватает. Смотрите и наслаждайтесь, и оценивайте. Это... превосходное действие. Между прочим, оператором был я. Это я снимал, я монтировал. Так что наслаждайтесь, пацаны! Вперед! Красота, всему виной твои глаза.
сказать, что это наш дебют вообще. Так что мы волнуемся, конечно. Не судите нас строго. И давайте, конечно, продолжим. Следующая песня, наверное, посвящается гонщикам нашего города, там, байкерам, да. Ну и кто вообще любит скорость. Ну что, поехали!
засыпает безнадежный снег. Он послушно ожидает утренний рассвет. Фонари протрогших улиц, словно маяки, станут для меня надеждой. Там, где будешь ты, называется «Аферист». Yeah.
Голос сенный уже пустота, но с тобой.
Что это было?